Приветствуем дорогих цветоводов на нашем канале Tunecha Info. В сегодняшней аудиостатье рассмотрим, почему не цветет бугенвилия в домашних условиях. Привычные для домашнего содержания цветы пришли к нам из тропических, африканских или азиатских стран. Бугенвилия не исключение. Цветок принадлежит к тропическим и попал по романтическим причинам после первой французской кругосветной экспедиции Старого Света. Название получил в честь своего первооткрывателя – Луи Антуана де Бугенвилля. Бугенвиллия – это райский цветок. В Южной Америке цветок бугенвиллии растет в качестве лианы или кустящегося небольшого деревца. Побеги бугенвиллии гибкие, хорошо цепляются и ползут. Цветет растение соцветиями, похожие на листья треугольной формы. Они могут иметь разнообразный окрас от желтых до насыщенных тонов фиолетового. Бугенвиллия в домашних условиях. Бугенвиллия принадлежит к семейству нектатиновых, ночецветных растений. Из 18 видов, открытых в Старом Свете, лишь несколько пригодны для домашнего содержания. Экзотичность, исключительность бугенвиллии притягивает цветоводов, желающих заполучить кусочек рая из Южной Америки и посадить у себя в домашних условиях. Содержать дома бугенвиллию нужно в хорошо освещенном месте. Помимо домашнего расположения, растение отлично приживается на южных частях дачного участка, а также в теплицах или оранжереях. Помимо освещения, цветоводу следует обращать внимание и на температуру, и влажность воздуха, которые влияют на цветение растения. Почему не цветет бугенвиллия в домашних условиях? Причинами, почему не цветет бугенвиллия, могут быть как неподходящие условия посадки, а также и неверный уход за цветком. Причины, почему не цветет. Неграмотно организованное состояние покоя, повышенная температура воздуха, повышенная влажность воздуха, неблагоприятные погодные условия. Первое, на что следует обратить внимание цветоводу в домашних условиях, это организация периода покоя для бугенвиллии. Дома растения особенно в нем нуждаются. Отсутствие периода отдыха для бугенвиллии со снижением частоты процедур ухода негативно сказывается на растении. Повышенная температура воздуха, несмотря на происхождение цветка, также негативно влияет на цветение. Если температура воздуха выше 12 градусов, то бугенвиллия в домашних условиях не цветет. Происходит это потому, что растение не закладывает в тепле основу для развития бутонов. В летний же период, в самый разгар цветения, бугенвиллия наоборот предпочитает тепло, поэтому прохладная и дождливая погода в этот период негативно скажется на объеме и продолжительности цветения. Недостаток освещения вызывает у бугенвиллии вытягивание побегов, а также блеклость листьев, потерю формы кроны. Решить проблему можно, обрезая поврежденные части, а также увеличивая объемы освещения. Как заставить бугенвиллию в домашних условиях зацвести? Попробовав исправить обнаруженные нарушения в уходе за бугенвиллией, можно заставить растение в домашних условиях зацвести. Если это не поможет, стоит обратиться к специальной диете для растения, которая способствует образованию новых бутонов. Итак, как же заставить бугенвиллию цвести? Не подкармливать растение 3 недели. Прекратить или немного ограничить полив. Как только верхний слой почвы подсохнет, снова поливать. После образования молодых побегов цветочными почками возобновить подкормки. Если сегодняшние рекомендации вам помогли, ставьте лайки под видео, пишите в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы быть первыми в курсе актуальных новинок.